Hey, ребят, всем привет! Спасибо, что зашли ко мне в гости. Как вы видите, я немножко в новой локации сегодня. Впереди меня камера, сзади меня окно. За окном невероятный дождь, очень промозглая погода сегодня. Поэтому, да, такой вот промозглый день, но я все-таки нашла настроение и какую-то мотивацию записать видео, потому что это видео мы записываем сегодня с бокальчиком белого вина. Это Sauvignon Blanc. Я обожаю Sauvignon Blanc, мое самое любимое вино. Кстати, говоря, дисклеймер, мама, папа, я делаю это просто для видео. Я никогда не пью. Как у меня родилась идея этого видео? Конечно же, YouTube, американский YouTube. Я очень люблю смотреть американских блогеров. В этом видео мы с вами соберемся куда-то, даже если вы находитесь дома. Это не помешает вам сделать такой легкий макияж, потому что, ну, всегда все-таки классно выглядеть хорошо для своего мужа. И когда ты накрашена, даже если ты дома на карантине, например, ты чувствуешь себя лучше, что ли. Поэтому, если вы готовы погрузиться в мир красоты в этот промозглый день, тогда оставайтесь со мной, не забывайте подписываться на канал, также ставить лайки. Но мы начинаем. Поехали! Первое. Я всегда начинаю свой макияж с макияжа бровей. Я всегда использую два карандаша. Этот первый карандаш невероятно дешевый от Elf. Он в оттенке у меня Taupe, и я всегда использую его именно с этим карандашом от Nabla. Самое смешное, что этот карандаш стоит 3 или 4 доллара, этот стоит примерно 20, но я почему-то полюбила именно этот, из-за того, наверное, что он гораздо более такой мягкий, этот более черный, поэтому он идеален для именно кончика бровей, а этот он идеален просто для растушевки и для более натуральной цветопередачи. Я буду использовать как зеркало свою любимую палетку от Patrick Ta. Я так, знаете, подумала, что у меня так много палеток, которые я все время показываю, и ничего нового нету, допустим, с тенями, которые мы будем носить позже. У меня всего лишь 3 палетки, и я подумала, что мне нужно их больше купить, потому что как-то нет материала, с которым нужно работать. Но и палеток, на самом деле, сейчас выходит вообще не очень много, каких-нибудь таких хороших, стоящих. Я всегда начинаю свой макияж бровей именно с нижней части бровей. Я хочу взять карандаш от Nabla свой. Невероятно классный карандаш. Поначалу мне показалось, я первые 2 недели, по-моему, от него просто фанатела. Однако потом я поняла, что этот цвет немножко темноватый. В чем прикол этого карандаша? То, что этот карандаш, он невероятно тоненький. Таким образом, вы можете с легкостью сделать даже самые невидимые волоски, и все это будет смотреться натурально. Я буду использовать вот такой вот знаменитый гель от Anastasia Beverly Hills. И он реально делает ваши брови фиксированными весь день до ночи, пока вы их не смоете сами. Вот я очень полюбила этот гель. Прям вот он очень крутой. Просто вот так вот, оп-оп. Дальше, что мы будем делать? Конечно же, нанесение праймера и тонального крема. У меня здесь где-то есть такой специальный патч. Идеально, вот там, такой очень противный. Буду использовать праймер от Touch, их новый Liquid Silk Canvas. У меня он в формате тестера, и мне он, в принципе, понравился. Он очень хорошо смягчает кожу, подготавливает ее к макияжу. То есть не могу сказать, что это прям что-то game-changing. То есть это делает свое дело. Он невероятно вкусно пахнет и оставляет вашу кожу очень мягкой, увлажненной. И он вообще не липкий. Тональная основа. У меня их сейчас много, на самом деле, в моей косметичке. Однако эта основа от Yves Saint Laurent. Я ее использовала прошлый год почти каждый день. Я до сих пор подумываю, может мне купить ее еще раз. Хотя я думала очень насчет покупки Estée Lauder и их Double Wear. У меня ни разу не было в жизни Double Wear основы. Ну что, поехали? Вы видите, как сразу кожа преобразилась, такой натуральный, естественный блеск, плюс ко всему она перекрыла все мои недостатки, у меня здесь был прыщик. Я не могу сказать, что это супер тяжелое покрытие, какое-то там больше среднего, это скорее легкое, но эффект у него как будто бы среднее покрытие, и у меня это в оттенке Cool Ivory BR20. Насчет консилера под глаза, я использую его иногда, когда мне действительно хочется какого-то такого драматического эффекта, или когда, допустим, я не очень много спала и долго, я его использую, и поэтому сейчас давайте мы его чуть-чуть нанесем на нашу
подглазную зону. Мне кажется, сразу можно заметить, как консилер более светлый под глаза делает взгляд гораздо более свежим и каким-то таким молодым, что ли. Следующее, палетки. Как я уже сказала или нет, у меня есть три палетки, которые я использую сейчас, в данный момент. Использую ли я все три палетки каждый день? Нет. Когда у меня тянется рука к чему-то такому нюдовому, я скорее пойду на Наташу Динону и ее бронзовую палетку. Она невероятная, я вчера делала, говорила уже про их все. Тут я понимаю, что у меня нет достаточного количества палеток, о которых я могу поговорить с вами, и это печально, потому что хочется быть все-таки профи, гуру в этой индустрии красоты. И, скорее всего, сегодня мы с вами будем использовать палетку от Мэдди Зиглер. Она очень хорошая, нюдовые оттенки здесь прекрасные, мне они очень нравятся, они идеально растушевываются. Cheers! И я буду использовать праймер для глаз от KVD Beauty, Kat Von D она раньше называлась, да? Я уже вам миллион раз показывала этот праймер у себя на канале, но я не знаю, мне он не совсем нравится, потому что он очень липкий, как бы тени хоть и могут растушевываться более хорошо, однако он невероятно липкий, то есть как круто это, когда ваша кисточка липнет к этому праймеру, ну, не очень круто, согласитесь. И мы дадим этому праймеру высохнуть, и потом уже вернемся. Я хочу взять какой-нибудь такой хороший нюдовый оттенок, чтобы начать растушевку. Я возьму этот M3, уже просто у меня английский в голове. И мы просто проведем этим оттенком по нашему веку. Если честно, я уже вот начала понимать, что сколько я денег потратила на косметику. Вот никто, наверное, не думает об этой стороне YouTube, что ты тратишь невероятное количество косметики, косметики, денег, потому что, ну, ты хочешь же быть первой где-то в каком-то обзоре, ты хочешь сделать обзор первой до того, как другие русские ютуберы это сделают, и вот мне муж говорит, что, типа, мы потратили там почти $5000 за там прошлый месяц, и я такая, серьезно? Этого не может быть, потому что, ну, это невероятные цифры, как бы ты тратишь там, ну, $150-$200 там, да, на посылку из Sephora или Alta, и потом, после того, как там ты посмотришь на транзакции в карте, ты понимаешь, блин, оказывается, что если сложить все эти транзакции, получится, ну, вот такая кругленькая сумма, короче, да. Но, знаете, все равно, мне кажется, что если это ваша страсть, если вам нравится что-то делать, вот бьюти, вот это все, мне кажется, нужно идти до конца и пытаться хотя бы получить какие-то там товары, хотя бы по минималке купить что-то, чтобы показать это людям, потому что, понятное дело, новинки всегда гораздо больше привлекают внимание, потому что это новинки, понимаете, новинки, все любят новинки, особенно если вы живете в Штатах, и вы получаете все новинки, которые выходят, опять же, в Sephora где-то первее, чем в России, то, естественно, людям это интересно, и это как раз-таки один из способов повысить ваш охват аудитории. Ну что, вот такая у нас растушевка получилась этим первым оттенком, и я хочу взять какой-нибудь простой темно-коричневый оттенок, который называется ASAP. Я взяла кисточку от ELF специально для растушевки вот в этой зоне. Okay. Как я уже сказала в прошлом видео, здесь очень невероятно хорошие именно шиммерные оттенки, они прям как вот масло. Очень многие люди говорят, что именно у Morphe самые лучшие палетки по качеству, они получаются именно в коллаборациях почему-то. Не в обычном, да, вот, не в обычных коллекциях у них, которые там вы можете купить в магазине каждый день, а именно в коллаборациях. Это, конечно, не Наташа Динона, но все равно очень даже хороший эффект получается. Я возьму кисточку из той же коллекции ELF, она супер обычная, она именно предназначена для растушевки. Чуть-чуть идем вниз, для корректировки наших теней. Я использую вот такой вот оттенок Deep Dive, он невероятно хорош именно для ресничного края, чтобы сделать ваши глаза более глубокими. Девочки, это реальная замена вашему лайнеру. Видите разницу? Вот такой получился у нас макияж с использованием двух палеток, на самом деле. Я использовала и Наташу Динону, и нашу палетку от Мэдди Зигли. Не знаю, мне было сегодня почему-то очень сложно растушевать это все. Вот бывают такие дни, когда все легко получается. А бывают такие дни, когда почему-то все не так идет, как тебе бы хотелось, как в обычные дни.
Самая любимая часть всего макияжа для любой девушки, наверное, это нанесение румяшек и бронзера. Я возьму свой бронзер, нет, я возьму свои румяна от Patrick Ta, потому что мне очень нравится оттенок, и я думаю, что он всегда беспроигрышно смотрится на любой коже. Оттенок 6, that girl, это у меня тут от тени осталось, блин. Сразу по-другому смотрится наше лицо. В качестве бронзера мы будем использовать прекрасную палетку, мини-палетку от Наташи Денона, которая называется Bronze and Glow. Я ее купила для своего обзора на палетку Наташи Денона, чтобы дополнить коллекцию свою. Но, в общем, мне, в принципе, нравится, как этот бронзер смотрится. Он не очень темный, не очень светлый, очень идеальную тень дает. Все равно хочется бы для своего мужа какой-нибудь Анджелины Джоли со скулами. Просто идеально. Чуть сюда мы нанесем, конечно же, и вот сюда. Это мы строим наши тени. Боже, я совсем забыла про реснички. Я хочу нанести на реснички вот такой вот праймер от Lancome. Как база под тени, только база под ресницы. И верите вы или нет, но база реально меняет нанесение вашей даже обычной туши. В качестве туши мы будем использовать вот такую тушь от Vinci Luxe. Она хороша тем, что она дает очень хороший объем без утяжеления ресниц и просто идеальная тушь на повседневку, вот так вот. Иногда мне просто нравится наносить тушь на верхние реснички, не на нижние, просто потому что взгляд становится каким-то более нежным. Пришло время сиять, и я буду использовать палетку, любимую палетку от Hourglass и их лимитированная коллекция Ghost Palette. Я всегда использую этот хайлайтер, когда мне нужно сиять. Он даже до дыр протерся, если вы можете это видеть. Просто невероятно классный хайлайтер. Любовь. Когда вот у вас так получается, что палетка вся в дырах, это значит, что вам продукт невероятно понравился, а значит, возможно, стоит его повторить. Под бровь, как говорится, не в глаз, а в бровь. Почти последний шаг, я буду использовать по всему лицу пудру, рассыпную пудру от NYX и их пудра HD. Так пылится. Я ее купила совершенно недавно, и я влюбилась в нее, потому что эффект, он почти как у Hourglass, и будто бы вы на ковровую дорожку собрались, и у вас сделан идеальный макияж. О. Самое главное, это не говорить, когда вы используете эту пудру, потому что тогда она у вас просто будет летать по всему дому. Последний шаг – это помада. Посмотрите на эту красоту, эту эстетику, извиняюсь за мой русский. Помада от Patrick Ta в оттенке Oh, she's single, или Oh, она одинока. Будем использовать карандаш из этой же коллекции Patrick Ta в таком же оттенке Oshi Single. Ну что, ребят, вот такой у нас получился сегодня легкий дневной макияж. Если вы находитесь дома и вам нечего делать, но вы хотите выглядеть красиво, то почему бы не попробовать что-нибудь новенькое или, может быть, забытое старое, как это сделала я сегодня. И я надеюсь, что вам понравилось это видео. Не забывайте подписываться, это очень здорово помогает развиваться этому каналу, а также моей мотивации делать новые видео для вас, дорогие мои подписчики, и делать обзоры на новые товары тоже. Так что я желаю вам хорошего дня, удачных вам макияжных дней. Ну а я с вами не прощаюсь, ребят, еще увидимся. Всем пока!